Да, с тобой каши не сваришь. Почему это? Да у тебя здесь ни крупы, ни кастрюли нету. Мужик белый как мел рассказывает своим друзьям. Когда я сел в такси, я сразу понял, что это ас. Как он начал проскакивать между машинами, проскакивать между грузовиками, пешеходами. А по-настоящему я испугался, только когда приехали. Когда он вытащил лупу посмотреть счетчик. Почему у тебя в бытовке такой бардак? Потому что мне нравится все, что связано со словом «бар». Задумался, это не тогда, когда приехал в свою остановку. Это когда приволок на работу пакет с мусором. У вас есть воды? Не воды, а вода. Тогда дайте мне немножко воды. Не вода, а воды. У вас, я вижу, не попьешь. Читаю в газете полезные советы. Остатки вина можно заморозить. Ну, ё-моё, что за бесполезные советы? Да пошёл ты, я к тебе даже на похороны не приду. А я тебя и не позову. В автомагазине. Отдайте, пожалуйста, передний бампер на шестерку и задний бампер на девятку. И тормозные колодки. А продавец спрашивает. А тормозные колодки на какую модель? А тот говорит. А ты сам-то как думаешь? Когда обещали деньги заплатить? Обещали 31 ноября. Очень плохо. Но раньше у них никак не получается. Дело не раньше или позже. Просто в ноябре 30 дней. Дорогой, с чем ты можешь меня сравнить? С бурной рекой. О, и куда я впадаю? В истерику. Тебя беспокоят тараканы? Нет, они ведут себя очень тихо и деликатно. Петруха, почему у нас цыплята все зеленые стали? Потому что я только что покрасил забор. Прочитал в интернете информацию, что запорожцы теперь будут выпускаться с двумя выхлопными трубами. Чтобы, если ваш любимец поломается, можно было как тачку отвезти его домой. Подписываемся, кликаем на колокольчик.